я на Кубе приехала отдыхать. В жестком формате водички. Если кто-то думает, что Гавана это только сигары и отличный ром, нет, это не так, друзья. Гавана это еще отличный сейлинг, который здесь присутствует. Хотя бы раз должны покататься на кабриолете 60-х годов. Это делаем и мы. Перед тем, как приступить к основной части парусной регате, приятно прокатиться на Кубе в ретро-кабриолете. Вкус какой? Сладковатый, да? Водичка кисленькая немножко. Кисленькая? Да, но ее очень много. Я еще даже половины не выпила, он очень большой. Я думала, ее там мало. Для всех, кто приезжает на Кубу, обязательно в программе попробовать все кубинские коктейли на основе рома. Это не то, что вкусно, это просто очень спортивно. Адмирал, как тебе кубинские коктейли? Ой, а вот смотрите, облегчение. Не-не, ты сейчас чем занимаешься? Бью. Я вот сейчас все уши вставлю. Адмирал Бью. Грузятся крокодилы. Будем ловить рыбу? Будем, конечно. Друзья, шел первый день регаты. Горику было плохо. Сейчас Горику станет хорошо. Я еще попугай.
Друзья, если вы думаете, что на Карибах только выпивают, это абсолютно не так. Дело в том, что спорт – норма жизни. Спорт – это то, что мы все идиоты. Что есть, то есть. Крокодилы. Кто не верит, что Куба социалистическая, друзья, за моей спиной просто письменное подтверждение этого факта. Простите, пожалуйста, вы из МЧС, скажите, пожалуйста, если вдруг загорится остров, что вы предпримете? Мистер Штейн, what about you say? Друзья, все, кто любит спорт, все, кто любит парусный спорт, очень важно правильно подготовиться. Мы готовимся только натуральным продуктом. Это я называю. Я тоже люблю парусный спорт. Правильной подготовкой. I just can't take cold, this is a danger zone. Back up and get me home. This is a no-go. I just can't take cold, this is a danger zone. Back up and get me. So put your hand in mine. Follow me, let me waste your time. Set up the do some stupid shit. Take a seat, let me waste your time. Set up the Повар крокодила.
если по несколько послушать. 2 метра от стола запах просто. Вот так вот горело. Смотри, видишь, просвечивается рыба. Но, друзья, дело в том, что не все местные
людей курят бычков. Пробуют. Слово всем, кто будет смотреть по ту сторону экрана. Ставьте лайки. Хоть ветеру.